Лига испытаний. Продвигаемся дальше. Ага, вот у нас такой вот. Ух, нифига себе. Как же тут все. Очень много вот этих неровностей. Ладно, я здесь там. Теперь давай его прожаривать. Оп, молодец, спасибо. Давай я проеду немножко сюда вперед. Так, он сейчас, естественно, за мной поедет. Ждем. А, вот едет, едет, едет. Давай, едь сюда ко мне. Мы здесь пока постоим, можно? Так. Ага, бомбочки решит спин. На, я сейчас прожарю. Еще немножко, еще. Подождем. И все, победа, ребят. 11-я победа. Скоро мы возьмем сундук большой. Так, опять, это он или другой какой-то уже, мне кажется, другой. А, З. Что значит А, З, не знаю. Ладно, мы здесь станем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Фига, какой-то быстрый. Слушай, чувак. Подожди, хватит стрелять. Так, давай это самое. Как-нибудь аккуратно сделаем. Чтобы у меня пролетел. Через меня. А, он через меня не хочет пролетать. Ух ты, у него еще защита. Так, мне нужно срочно подкрепиться. Есть. И стреляем, давай. Во, пробили мы защиту. И сейчас мы его тоже пробьем. Все, победа. 12-я победа уже. Так, есть. Ай, у нас подарочек. А мы отправляемся дальше. Каверек какой-то. Ладно, я даже не запомнил, как, на каком танке. Ну, сейчас увидим. Так, вот здесь есть. А, на Титане, ух ты. Слушай, гад, давайте. О, какой ты сильный, смотри, какой удар у него был. Надо аккуратно с ним. Ладно, ждем. Давайте этот самый, отремонтируемся немножко. Так, к сожалению, у меня ремонт не максимальный был. Все, 13 побед. Ну что ж, давайте. А, продолжим бой. У нас получается танк Феникс. И я, наверное, вот здесь стану. Да, вот здесь хорошее место. Атаковать врага. О, нифига. Прикинь. Тут еще один Феникс у нас попался. Так, ладно, мы его сейчас обдурим. А, хитро сейчас поступим. Сейчас подъедем мы сюда. Опа. Вот здесь станем. А нет, поближе же. О, все, он получает урон. Все, он уничтожен. Победа. Едем дальше. Давайте возьмем другую краску. Опять Феникс, а что такое? У нас одни Фениксы, ребята. Это прям не очень хорошо. Ладно, ждем. Леголас. Леголас 13. Так, мы его сейчас тоже обхитрим. Обхитрим. То есть мы сейчас заедем сюда, подальше к нему сюда. Вот здесь вот сюда встанем. Вот сюда. Все, это дружок. Давай. Опа, готов. Уничтожили. Есть. 10 бриллиантиков мы получаем. Идем дальше в бой. Так, ну это в принципе нам не страшно. Малыш. Малышок. Мы здесь останем. Оп, и начнем его жарить. А, смотри. А, он стреляет, но ничего не получается. Эй, хватит стрелять, алё. На тебе огонька еще немножко. Опа, есть. Победа, ребят, наконец-то. А знаешь, что я подумал? Один на один поиграю. А, тут броня вообще уменьшена у меня. Ладно, сейчас посмотрим. Один на один. Офигеть. Ну, вряд ли я выиграю, конечно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ох, нифига, выиграл? Да как так? Ух ты, а я не думал, что я выиграю. Вот это жнец, смотри, молодец. Еще раз один. У меня вообще не прокачанный, получается, ребята, танк. Я его открыл буквально минут 5 назад. Эх, нифига себе. Так, давай попробуем вот этого, может быть, уничтожим. А, нет, смотри, не получилось. Потому что он сильный. Конечно, чё ж, не прокачанный танк. Но этот у меня-то получился уничтожить, смотри. Даже.
Ладно. Против кобры. Поехали. Не знаю, здесь надо какое-то удачное такое местоположение выбрать. Чтоб сразу я в него мог попадать. Не, смотри, ну брони вообще нету. Конечно, смысла, я не знаю, нету особо так играть один против одного. А вот если я выберу, например, Феникса, вот смотри как. Сразу я смогу его их уничтожать на Фениксе. На Фениксе получится. Вот здесь я встану. О, пошла жаришка. Видишь, сразу уничтожили мы его. Плюс 5 получили. Так, ну а мы продолжаем бой. Давайте вот. Зелененький цвет. Ух ты. Это же титан. Сейчас попробуем и титана победить. Вот здесь встанем. Так, давай, 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 давай. Иди сюда. Опа. Так, блин, смотри, сейчас стрелять начнет. Нет, он не стреляет. Давай, едь сюда. Так, посмотрим, что у него есть. Какие у него есть оружие. А, один раз только выстрелил. Странный какой-то тосбик. Мы его легко победили. Так, а скоро у нас будет сундучок. Так, скорпион. Скорпион? А, ты что-то не сильно похож на скорпиона. Давайте вот здесь станем. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты стреляет, смотри. Ладно, а как тебе, скорпион? А, вот, если я так сделаю сейчас. Подъеду сюда. И буду тебя ждать. Во, на, получай. Есть, мы его уничтожаем. Да, и он меня тоже, кстати, стреляет. Ах ты гад. Он меня стрелял, но я выстоял. Есть. Так, у нас скоро будет 50. Если мы заработаем 60, 70, 80. 80 алмазиков можно заработать. Ух ты. Это опасный. Опасный тип. Это Тесла. Он стреляет издалека. Сейчас посмотрим. Сможем его... Ух ты, фига. А, он слабый оказался, смотри. Да, он легко. Мы его легко победили. Продолжаем. Осталось немножко. Да, возьмем. Ух ты, опять смотри, Феникс у нас. Ладно. Феникс против Феникса. Я вот здесь встану. Здесь мне нравится. Так, давай, иди сюда, гад. Опа, обдурили, обхитрили мы тебя, Феникс-танк, дурачишка. Давай, едь сюда, попробуй. Смотри, как мы его надурим. Он сейчас сюда подъедет. А мы сюда. И начнем его обжаривать. Оп. Еще, победа. Это было легко. Это было не сложно. Так, берем зелененький цвет. Опачки. Нифига, мамонт. Мамонт. Ну и мы и мамонта победим. Я не думаю, что он особо там прокачанный, этот мамонт. Опа. Смотри. Что происходит? Он просто через меня пролетел. И сейчас он будет ехать назад, по идее. А мы здесь встанем. О, видишь как? На-а-а, мы тебя сейчас обжарим. Еще немножко осталось. Он ничего не может нам сделать. Смотри. Все, еще немножко. Все, победили. Победа. Так, 20 алмазов. Уже 30 алмазов заработали. Хорошо. Поехали дальше. Так, это маленький танк. Мы его победим быстро. Вот здесь встанем. Ох ты, сейчас стрелять начнет. Смотри, стреляй. Так, ракетки. Мне не нужны твои ракетки, слушай. Давай, давай как-нибудь встанем аккуратненько, чтобы я тебя... мог прожаривать. Еще немножко. Все, готово. Победа.